Сегодня, что, собственно, актуально, в канун Дня труда сотрудники городской администрации вышли на традиционный субботник. Жанна Белоцкая в числе первых. Не остался ни у дел и ни один из замглавы администрации. Мешками для мусора и граблями вооружились специалисты всех без исключения отделов. Под прицелом городских властей оказалась территория в несколько десятков квадратных километров. Отправной точкой стало здание администрации, а самой отдаленной – дорога в сторону аэропорта. Завтра праздник труда, и этот праздник символизирует действительно труд человека, участие человека в жизни нашей земли. И как раз вот актуально сегодня выйти на субботник, поддержать человека труда, поддержать нашу планету в хорошем, нормальном, чистом санитарном состоянии. Мне хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня вышел на субботник, тот, кто будет принимать активное участие в подготовке наших праздников, и поздравить всех наших жителей с замечательными праздниками, которые приближаются. Это с праздником труда весны и мая, 1 мая, с праздником Светлой Пасхи и, безусловно, с праздником 9 мая. Пожелать удачи, счастья, благополучия, и пусть в жизни всегда все будет хорошо.